Умничка какая! Ты что? Кобыла зовут Пенелопа. Это галштинская порода. Отец немец, мама тоже немецкая лошадь, трекинская лошадь. Евгений Анатольевич Войноровского, это моя лошадь, как я ее люблю. Ага. Что-то она это так. С детства, лет 10-11. Я живу в Москве и работаю в крупной престижной компании. Там очень круто выступать в компании. Ага. А здесь я нахожусь на службе командировки. Алла. Алла, очень приятно. Спасибо большое за ваше интервью. Они потом же не вариант. Молодчинка, умничка. Давай, он вообще. Аж это, аж слезы из глаз выдавливают. Стелится.